Ну что ж, друзья, наконец-таки мы возвращаемся на турнир от игромании. Команды Die Please World Cyber Attack будут у нас встречаться во втором игровом поединке вечера. Опять же, извиняемся за то, что достаточно долго происходила у команд подготовка. Пистолетный раунд уже у нас на наших экранах. Ну и карта Demirage будет у нас заключительной в сегодняшнем вечернем стриме. Ну и пока что для атаки все начинается более приятным образом. Кукушки должен сейчас зайти через китчен сзади и, в общем-то, поджать последнего оставшегося в живых игрока команды Die Please. Сирен, в принципе, может здесь попробовать кого-то подстреливать. Уже первый минус делает, все-таки USP у него в руках есть. Ну, а второй игрок как-то очень-очень сильно, да, вот, спалился кукушки по своему местонахождению. И нужно сейчас рисковать. Бомба, к тому же, все это время еще тикает. Начинает расстреливать игрок команды World Cyber Attack своего оппонента. Ну и Сирен. Ой-ой-ой-ой. Сирен, ну, минусы ставит хороший этот парень, но в любом случае бомба уже точно взорвется и еще выживает. Сирен сейвит себе армор хотя бы первый на следующий раунд. Что, в принципе, было достаточно необходимо, как мне кажется, сейчас для команды Die Please. Ну, форс раунд здесь такой основательно наклевывается. Вторые арморы от Мемегая. Также вторые арморы Haters Gonna Hate взял парень. И вместе с этим еще P250 прикупил. Две ЦЗшки и три P250. Вот такой закуп от команды Die Please на защиту второго раунда. Ну и как раз таки именно на Б плент. Вот уже есть здесь огромное количество стыпсов на о портах, боже мой, как сейчас зажал этот парень, просто дичайшим образом. X-Wayley просто идеальный на самом деле был заход, но с другой стороны не прочекали достаточно дефолтную сторону на выходе из-за портов. К тому же натопали там как слоны ребята из команды World Cyber Attack, и получается так, что уже практически 99% того, что они проиграли этот раунд, по сути являющийся форсом. Ну и забрали себе здесь уже девайсы, взяли Гали, взяли P90, ну и последним остается кукушки. Второй раунд подряд этот парень остается один, ну и, конечно, ему тяжеловато что-либо здесь сделать, и, в общем-то, саппортов находит он свою смерть. Счет 1-1, хорошо ответили форс раундом ребята из коллектива Die Please, ну и теперь делают свой же закуп. Бомба не была поставлена, поэтому денежек у World Cyber так совсем-совсем-совсем немного. Ну и нужен им, по сути дела, такой некий экономический раунд, но вместо этого решают зафорсить и набирают себе, в общем-то, теков. Ну и будет выход, скорее всего, на аплен. Другое дело, что на Мираже без раскидки зайти через яму, ну, на самом деле, тяжелая ситуация, тем более, что аккуратно сейвово стоят ребята из команды защиты. Ну, полетел тот немногочисленный раскидон, который есть сейчас у коллектива World Cyber Attack. Отлично вовремя выходит с паласа игрок под ником, который читать, наверное, не самая приятная затея. Ну, просто будет Дэвил, короче, вот этот парень. Ну, и остается он единственным в своем составе из живых, ну и 16 хп, вторые арморы, конечно, неплохо было бы это засейвить, но за минуту, я думаю, его тут найдут и обезглавят, да. Достаточно быстро это происходит, и Die Please берут второй раунд, ну и теперь уже нужно экономически делать ребятам из коллектива World Cyber Attack, потому что нужно это делать, денег совсем-совсем-совсем немножко, и, наверное, нет смысла делать второй подряд форс, тем более абсолютно без каких-то раскидок, лучше все-таки немножечко поднакопить, тем более, что Die Please пока не меняют девайсы, которые были выбиты еще во втором раунде. Но только у Сирены появляется М4А1С, но Сирен, по-моему, погибал в предыдущем раунде. В Андре здесь поджим идет от игрока команды защиты. Это New One, в принципе, неплохо у него все это получается. Просел он, конечно, по хп достаточно прилично, но выбил-то бомба. И вовремя X-Wayley делает поджим, из петуха сразу двоих игроков команда World Cyber Attack забирает. Снова ситуация 3 в 2, 3 в 1 даже, да. И тем более, что, ну, на руках только Глок был у Зора, ну и Зора тоже погибает.
Но с другой стороны, неплохо то, что смогли двух игроков DayPlease убить, ребята из команды World Cyber Attacks, немножко так экономику подмяли. Ну и New One покупает АВП. В два авика будет играть DayPlease на защите. Сейчас посмотрим, куда эти АВП отправятся. Один из кемперов идет на Б, а New One уже начинает, в общем-то, по полной работать. Работает он на миде и из Windows убивает соперника, который засветился таки на миде. Ну и сейчас посмотрим, будет небольшая еще раскидка смоком на мид. Нужно менять позицию New One, и он правильно, в общем-то, все делает. С мид у нас продолжаются перестрелки, и Мемгай убивает Эльбаси. Так, попытка выйти через Пелос, но это будет совсем-совсем-совсем уж беспалевно, тем более ситуация 3 в 5, и да, не прочекал сторону игрок команды World Cyber Attack, ну и, в общем-то, нашел свою смерть тоже достаточно быстро. Ситуация 2 в 5, и что-либо сделать достаточно тяжело, тем более, что Зора тоже отправляется отдыхать. Ну и последним остается Devil, не знаю, насколько ему здесь удастся что-либо сделать. Возле него, в принципе, никого нету, но если он начнет двигаться к Б-пленту, Лизандра сейчас его могут, в принципе, встретить. Но, опять же, минимум шума, минимум звуков пока что на карте. Но сейчас, я думаю, парень отправится тоже на базу и будет уже готовиться к следующему, в общем-то, раунду. Да, не получился закуп реализовать команде World Cyber Attack. Как-то немножко безидейно, безинициативно у них получается... А пока что разыгрывать раунды за атаку, но еще тоже 4-1 в пользу команды DayPlease, при том, что единственный раунд, который пока что взяли парни, играющие за атаку, это был как раз-таки пистолетный раунд, и пока что все. Отличная хаешка своих от Team Haters Gonna Hate. Ну а дальше мы смотрим за быстрым раундом от команды World Cyber Attacks. Почему он быстрый? Да потому что ребята всем составом решили в апортах, в общем-то, в молотове погибнуть. И Devil остается одним-одинешеньким. Также в апортах встречают. Ну и быстрый раунд, где-то секунд за 30 у нас в итоге получается. Ну и DayPlease начинают так уверенно достаточно лидировать. Денежки есть уже на руках у World Cyber Attack. Немножко исправили они свою экономическую ситуацию. Но, с другой стороны, есть огромный минус. И он заключается, конечно, в том, что не так хорошо все у них получается реализовывать за атаку. Здесь даже не то, что раунды они не могут забрать. Они даже бомбу не ставят. Уже, получается, пятый раунд подряд. New One мог здесь сейчас сделать минус. Но достаточно быстро так... переместился игрок команды атаки обратно за стенку. И на миде остались без фрагов. Но здесь... Воу-воу-воу. Остановите, пожалуйста, этого парня, который очень люто отстреливается в ОП. Минус 3 он уже делает. Господи, как хорошо он играет в апортах. Начнем с того, что он, во-первых, занял такую достаточно опасную позицию, да. Но у X-Valley все, в общем-то, хорошо. Да, с Аймом у парня никаких проблем нет. С реакцией тоже. А вот сейчас его все-таки перестреливают. И не достается, в общем-то, никому Эльбази. И, в общем, ситуация 1 в 4. И снова Devil остается единственным живых из своей команды. Ситуация снова близка к фатальной. Ну, слышит он стыпсы своего оппонента. Но по Аиму немножко не полетел спрей. Ребята просят паузу. Сейчас узнаем, есть у нас такая функция, как iPause, потому что... Ну, ладно. Этот раунд, видимо, без паузы будет в любом случае. Ну, а потом, если есть возможность, то надо, конечно, будет ее поставить. Потому что ребята из коллектива World Cyber Attack, конечно, просят это сделать. Но, видимо, через консоль просто iPause прописать здесь не получается. Ну, а пока что очередной раунд, где World Cyber Attack делают, в принципе, бай и также погибают. Причем на размен абсолютно никого не получается забрать. Ситуация 5 против 1, ну и 5 в 0. В общем-то, раунд заканчивается, не понеся абсолютно никаких потерь. Да,
тяжелая абсолютно ситуация. Вообще без шансов получается пока что для команды Die Please, для команды World Cyber Attack. Die Please давит, и давит очень-очень сильно. Ну, можно, конечно, сказать, что Mirage карта, в принципе, защитная, но все равно брать раунды здесь можно и даже нужно за атаку, но получается так, что ничего абсолютно не выходит в яме под смоком. Ребята из World Cyber Attack продолжают умирать просто раз за разом. Ну и сейчас уже снова ситуация 3 в 5. И, в общем, 2К на 47-х и P250. И все, что есть у террористов сейчас на руках. Ну и просто их спреет рандомно абсолютно через смок. И погибают они. Но он спрыгивает с полоса. Один из игроков команды World Cyber Attack, Таоми. И Аоми тоже погибает. Ну что, снова Дэвил остается в одиночестве в своей команде. Вот. И не сильно долго он умудряется выживать. Его тут же еще и молотом сверху уже поджигают. Когда это, в принципе, в общем, и не надо. Ну, ситуация реально близка к фатальной. 8-1 счет. Нужно срочно брать раунды, да. Денег хватает, по крайней мере, на более или менее какие-то слабые баи практически регулярно команде World Cyber Attack, но не приносит это, в общем, абсолютно ничего, никаких дивидендов. Но будет через парапет попытка, видимо, выхода на апленд, или просто ребята хотят немножко похолдить на базе, подождать, может быть, кто-то их будет рашить из коллектива Die Please, но пока такого на карте не видно, все стоят на своих позициях, без какого-то раша, ну, в общем-то, абсолютно правильное чтение, правильное понимание ситуации. Ну и слышна раскидка, слышны уже некие степсы. И естественно, что Die Please перетягиваются уже практически всем составом на апленд. И через яму будет множественная сейчас атака как раз таки реализовываться. По иму хорошо все у Сирены. Сирен делает один минус New One, также отвечает еще одним. Дальше New One стоит, в принципе, на подъеме, с подъема пытается кого-то перестрелять. Нет, с ВП ему сделать это не удается. Ситуация 2 в 2, идет подмога. И на... Оооо! Иксвайми. Вот это был, на самом деле, очень-очень жесткий вакшот. Ну, может, конечно, он и видел или понимал по инфе, что второй игрок команды World Cyber Attacks находится примерно там же, за ящиком. Но выстрелил он прям совсем-совсем люто. Вот, ну, ладно. Не в этом дело. Все равно у World Cyber Attack хватает денежки еще на один бай. Да, счет у нас уже 9-1. Тут пока что без шансов. Ну и снова Кукушки теперь уже прыгает в андер. И в андере его, в общем-то, соперник встречает и накрывает достаточно быстро. Дальше Авапер не смог сначала сделать первым выстрелом попадание, но с 5-7 XY просто наказывает своего оппонента раз за разом. Еще и... ну да, с 5-7, конечно. Против АК-47-х двух он разобрался достаточно люто. Ну и остается снова. Теперь уже Аомин один в своей команде. Воу-воу-воу. Ну, даже смог он сделать минус один, по крайней мере. Ну, не знаю, хорошо. Посмотрим. Посмотрим, насколько хорошо будет идти игра. Пауза ставится. Ну, я как понимаю, нет, так как нет у нас такой возможности сделать ее. Сейчас. Давайте даже проверим. Ну, вот это единственное все, что я могу сделать в плане такого. Это единственное, что можно сделать, если ребята просят паузу. Потому что, ну... Не знаю, по поводу чего у них здесь пауза нужна. Ну, если нужно, то, конечно, можем подождать, но я не знаю, честно, с чем связано. Ну, попросят отжать, конечно, продолжим игру. Но сейчас тогда на секундочку, наверное, вернем музыку, потому что... Не знаю, насколько затянутся здесь паузы у нас и что нужно сделать коллективу World Cyber Attack.
Потому что на протяжении нескольких раундов уже ребята просят. Честно, не знаю я касательно регламента, тут не ознакомленная с этим пунктом, можно ли или нельзя ставить паузы. Но так как и команда Die Please тоже, в принципе, не против того, чтобы было. Вот. Так, ну что, ребят, я надеюсь, что где-то через минутку мы вернемся, но пока что все понятно в плане счета у нас и в плане игры, потому что Die Please абсолютно безоговорочно здесь лидирует на карте Demirage. Не уверен, что у World Cyber Attack как-то из-за паузы, из-за этой пойдет прям в гору их игра, но опять же, если нужно ребятам сделать некую передышку, то, конечно же, хорошо. В целом нет какого-то такого однозначного у меня, по крайней мере, определения, почему у World Cyber Attack игра не идет за атаку. Ну, возможно, где-то нехватка раскида банальная, ну или слишком какое-то прямолинейное в некоторых раундах реализация выхода на А или на Б плент. Потому что два или три раунда подряд получалось так, что ребята просто шли на непосредственно аплент, до него не доходили, благополучно погибая либо в яме, либо на выходе из палоса, ну и, в общем, без каких-то таких прям хороших моментов. Вот. Так, ну что, сейчас посмотрим касательно игры, и можно, я думаю, уже, в принципе, возобновлять, я думаю. Так, сейчас разберемся с конфигом Неркона, ну и можно будет, в общем-то, возобновлять. Все, ребята написали го-го-го, ну и погнали. Хорошо, надеюсь, что смогли ребята из команды World Cyber Attack что-то себе настроить, подправить как-то свою игру, или, может, просто условно в скайпе переговорили, что нужно сделать, но пока что-то не похоже на подобное, потому что сразу, как мы возобновляем игру с паузы, в общем, игра очень-очень быстро в те самые возобновляются игровые критерии, как и было. Ну и последний игрок команды World Cyber Attack, это Devil, в очередной раунд уже, не знаю какой подряд, остается в абсолютном одиночестве, бомба не ставится, выйти куда-либо на плент тоже тяжело, со всех сторон его окружают, и 11 раунд для коллектива Die Please. Да, хорошо, все получается, в принципе, без каких-то проблем пока. У Die Please пауза команде World Cyber Attack на пользу тоже, видимо, не пошла. Ну и получается так, что надо подсобраться World Cyber Attack, но как-то пока что не похоже на то, что у коллектива что-то получается. Очередной раунд, когда покупается 5 АК-47, будет, видимо, выход в Вандере. Первый минус делает Аомин. Нужно попробовать еще поискать своего оппонента. Чекает он окно, понимает, что зигзага его, в принципе, здесь встречают. Молотов ложится очень-очень хороший. 59 хп остается у Аомина. Ну и нужно ему либо уж пытаться прям совсем в Рэмбо поиграть, зарашить. Видит он, где Авапер. Ну, Авапер видит тоже его. И тут же еще и Сирен делает минус. Ну и Зора отвечает единственным минусом. Ну что, ситуация 3 в 3. Можно здесь попробовать хоть как-то разыграть этот эпизод. Ну, тоже вылетает Кукушкин с Андра. И тут же, в общем, встречает оппонент, который просто сверху его чекает. С подъема здесь не успевает пережать соперника Эльбаси. Эльбаси оказывается первым. Ну, и в результате Зора остается одним-единственным. Инфа по нему есть, хп у него очень-очень мало. Ну, и, в общем-то... Но зато бомба поставлена. Уже прогресс для команды World Cyber Attack. Неплохо. Ой-ой-ой, ну так не надо. Нет. Мы против такого.
против Team Fire. 12-1 счет, 14 раунд, снова есть деньги у World Cyber Attack за счет поставленной бомбы. Посмотрим, как ребята стреляют с ВП. Сразу две приобретается команда World Cyber Attack. Ну и посмотрим в первую очередь, куда эти авапы отправятся у нас. Давайте посмотрим за кукушки. Здесь видит он раскидку, но... Проблема в том, что сразу раунд начинается с меньшинства для команды World Cyber Attack. Практически все время X-Whale, мать, что делает этот парень, хватит. Пожалуйста, причем он делает абсолютно одинаковую вещь, и просто нету какой-то раскидки. Почему-то не ложится смог туда хотя бы. Или просто на, я не знаю, на ножах забежать, зафлешить этого парня, или молотов туда кинуть. Ну, ё-моё, ну совсем уж одинаковый гейминг делает этот парень из команды Die Please, никак не могут его в этом подловить и наказать. Ну ладно, может уже здесь не до этого ребятам из команды World Cyber Attack. Продолжают они раунд за раундом просто отдавать. И Devil May расстроился и решил, что играть ему в это больше не нужно. На счете 13-1 остается команда World Cyber Attack в меньшинстве. К сожалению, здесь нельзя сделать как на... Иси, чтобы тебе нашелся пятый игрок или на фейсите, ну и бота тоже к тебе не закинет. Так что придется в меньшинстве играть команде World Cyber Attack. Ну, может, в меньшинстве у них и лучше получится, кто знает. В любом случае, Вэй вообще совсем уже забордел. Смотрите, куда идет поджимать. Все равно по им у него все хорошо. Убивает он своего оппонента. И здесь его уже встречает Сака Зора, который все-таки его убивает. Ну, ситуация 4 в 2, 4 в 1 уже, если быть точным. И Зора последний из своей команды, кто остается в живых. Подбирает АВП оппонента. Ну и Вандри не смог перестрелять своего соперника и ловит пулю прям в лицо. Ну, в общем-то. Гудхав пишет XOA May. Ну и все хорошо, действительно, для этого парня. 14-1 счет после первой половины. Ну, конечно, Die Please, безусловно, здесь лидируют, выигрывают. И по всем показателям. Потому что у World Cyber Attack уже даже мораль сломалась. И паузу здесь ребята просили. И затем игрок вообще покинул. Это, конечно, редкостное явление. Ну, что поделать. Действительно грустно просто парню после такой досадной, разгромной игры. И не в свою пользу, к сожалению. XYMI берет себе даже здесь дигл на первом раунде. Делает минус этого дигла. Ну и дальше выходит спокойно на апленд ребята из команды Die Please. Ну, я думаю, минимальное количество раундов оставшееся у нас игра закончится. 15-й тут уже практически гарантированно. Ну, посмотрим, что сделает Аомин. Конечно, есть у него шанс стать легендой небольшой сегодняшнего вечера в своей команде, но нет. Зажимает его достаточно быстро. И 15 раунд отправляется в копилку команды Die Please. Ну и матчпоинт для коллектива Die Please. Конечно, 4 на 5 тяжело им что-либо здесь сделать. Парни из команды World Cyber Attack, конечно, досадное поражение терпят. Без каких-то вопросов абсолютных. Но ничего, ничего. Опять же, поражения должны многому в любом случае учить. Особенно в плане командной организации. Быстро через апорты на Б будет выходить команда Die Please. Ну, в меньшинстве будет выходить здесь Аумин. Поставил очень хороший минус с Дезерт Игла. Дальше его убивают. Haters Gonna Hate делает раскидку с Фореста. Закидывает Кичен хаешками и плюс молотовым. Ну и, конечно, через Кичен сейчас оставшиеся ребята из World Cyber Attack и будут заходить и пытаться делать минусы с этого ретейка. Но, скорее всего, не получится. Снова ситуация 4 в 2. Я не знаю, который раз за эту карту. Ну и уже 4 в 1. Ливнул, к сожалению, Devil. И получается, что у нас не осталось игрока, который все время оставался последним. Но заканчивается эта карта. На самом деле, больше ждали мы игроков, чем играли. И со счетом 16-11 Die Please одерживает победу на карте Demirage. Ну что ж, друзья, на сегодня с играми у нас покончено от турнира Игромании. Все было очень-очень интересно. Это только третий игровой день. Так что самые интересные, напряженные и классные матчи еще впереди. Ну и поговорим, наверное, о том, что, в общем-то, ждет победителей. Если кто-то не знает, команда, в общем-то, борется за очень-очень классные, сочные призы. За первое место
Команда, победившая в нашем турнире, получит опять клавиатуру Asus ROG Claymore за второе место. Набор из мышки ROG Claudius и ковриков ROG Shells. Ну и за третье место тоже интересненькие наборы из рюкзаков, блокнотов и USB-накопителей ROG.